поручение Комитету госконтроля и МВД немедленно выехать в хозяйство и проревизировать ту технику, которая сегодня стоит под забором, комбайны. 9 или 10%, а может и больше, это по отчетности, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день не отремонтированы. Комбайны, массовая уборка начинается, а у нас каждый 10-й комбайн не отремонтирован. Что такое? И после этого будет дана оценка каждому губернатору. И не ждите больше никаких денег в будущем. Если только мы обнаружим головотяпство, еще хуже, если вы завтра эту технику вытащите на поле и там поставите как рабочую. Поэтому, как былые времена, КГК и МВД займитесь этим вопросом, а генеральный прокурор по своей линии проконтролирует. Контролирующие органы, кроме всего прочего, выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники. Давно я к этому вопросу подбирался. Вот эти несуны в последнее время обнаглели крайне. Я вас попрошу, удушите это на корню. Знаете, о чем идет речь? Кто-то ведро солярки отлил, кто-то забыл тонну зерна не в склад завести кооператива, а куда-то на сторону толкнул, напился и пошло-поехало. Этого у нас хватает. Я еще раз повторяю, соответствующие органы, они здесь присутствуют. Вместе с руководителем хозяйств не просто поставьте этому заслон, нужно их удушить, как гидру. Потому что по ведру, по тонне зерна, они растаскивают миллионы тонн топлива и зерна. Я уже не говорю о моральном факторе. Воровство надо пресекать на корню.